символизмом. У нас и символизм, и только символ Фейсбука. У нас коты есть в передаче. Я просто сейчас объясню появление животного. Мы пристраиваем бездомных котов зрителям. Это не имеет никакого отношения к моноспектаклю «Сати с Пиваковой». Так это тоже самый, как будто это... Сати-кот, который бездомный, и пришел, и мяукал, и просился. Угу. Ну! Так. А... Кошка Пума. Пума, да. По характеру или по кличке? Кличка. Кличка Пума. Вот. Я знаю, что у вас с кошками складывается. Нормально. Котенька, это я. Твой родственник. Привет. Эта Пума, я думаю, она помовит и не понимает. Она думает, что местная. Она все понимает. Все понимает, да. Она все понимает. А чего я не понимаю? Я не понимаю, как вот Владимир Спиваков, да, который, в общем-то, на самом деле великий, да? Вот так же великий, как Виктюк. Говорите, говорите. Слышишь, кошечка, Пумочка, ты слышала. У нее ведь на самом деле какая миссия вот великой женщины, которая за плечом великого мужа, который сделал фактически этот проект «Виртуозов». Вот как он отнесся к тому, что вы даже и «Виртуозов Москвы» ведь задействовали в этом моноспектакле? Какая реакция была? И замечательная Бася-пианистка, потому что это все связано с музыкой, потому что этот период в русской культуре был связан воедино. И у меня была тоска внутри. Я соединил Цветаеву и Сати с ее идеей о нежности. И это совпадало с тем периодом, который исчез. И неизвестно, когда он возвратится. Поэтому нужно робко что-то пытаться напоминать о том, что было. Ахматова, Гумилев и Цветаев. Да? А в этот период там был он. И он приезжал в Россию, потом уезжал и написал эту нежность, где женщина... Вы про Барбюса говорите, Я да? про Барбюса. Да, так, писала письма, попрощалась с любимым человеком и написала последнее письмо, что она уходит из жизни, но он каждый раз будет получать через определенное количество лет письмо. И так пройдет много лет. Ее уже нет, а последнее письмо приходит. Сюжет замечательный, потому что это может позволить себе только удивительно тонкая натура, которая жрица любви. Вот когда вот произнесешь мне «Сати», я тебе сразу прокричу «Жрица любви». Ты говоришь за спиной. Нет. Она в душе Спивакова. Она обволакивает его душу и вместе с ним на всех концертах. Не то, что она сидит в зале. Она аура. Нет, это все слова мои глупые. Вот как у этой кошки. Есть какая-то фантастическая энергия вокруг нее. Так у Сати есть это сакральное что-то. А это редчайшее сейчас качество. Вот этим владеет Демидова. Этим владеет Терехова. Есть артистки, которых я обожаю, которые к этому... Алиса Бруновна Фрейндлих. Понимаешь, есть эти натуры, которые не похожи ни на кого. Вот они из того серебряного века. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».